Северо-восточные рубежи России теперь под еще более надежной охраной. На Камчатке заступили на боевое дежурство зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Они сменили комплексы предыдущего поколения С-300, которые были размещены на полуострове еще в советское время и прослужили более четверти века. Новая техника позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии свыше 600 километров, а также многократно превышает другие показатели боевой эффективности иностранных средств ПВО. Личный состав, обслуживающий ракетные системы, прошел курс обучения и сдал экзамены. Изготовители провели настройку оборудования. На полуостров С-400 «Триумф» доставляли по железной дороге и морям.